Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Страница 130. Упражнение номер 8. Рассмотрите схемы слов. Словам какой части речи будет соответствовать каждая схема? Подберите и запишите слова к каждой схеме. Укажите над ними части речи. К первой схеме мы подберем слово «птичка». Что? Кто? Птичка – это обозначает предмет, имя существительное. Птичка. Корень птич. Окончание «а». Суффикс «ка». Ко второй схеме подберем глагол «плетет». Что делает глагол? Корень плет, окончание ед, основа плет. К третьей схеме подберем слово апрельский. Какой? Это имя прилагательное. Корень апрель, окончание и, суффикс ск, основа апрельск. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.